Привет и добро пожаловать в новую эру визуального шопинга вместе с Гудвин. Что это значит? Сейчас расскажем. Все знают, что такое электронная коммерция. Даже моя бабушка покупает кроссовки на eBay. Но она это делает с ноутбука, а это уже прошлый век. Теперь весь шопинг мобильный, ведь в России уже 30 миллионов смартфонов и планшетов. Так вот, визуальный шопинг – это мобильный сервис для моментального совершения покупок, чтобы моей бабуле было еще удобнее тратить свою пенсию. Например, бабуля грустит, потому что у нее кончаются ее любимые сосиски. И теперь достаточно просто отсканировать любым смартфоном QR или штрих-код на упаковке, и эти сосиски уже едут к ней в гости. После еды она всегда читает свой любимый журнал. И вот увидела очки Ray-Ban. Включила Гудвин, навела, сфоткала рекламу и тут же купила. А еще на улице она увидела другую модную бабулю, и ей страсть как захотелось такую сумку. «Стой, бабуля, не надо отбирать ее! Теперь ты можешь просто щелкнуть ее приложением Гудвин, и система визуального поиска тут же подскажет тебе, где ее купить». Покупать самые разные товары и услуги еще никогда не было так легко. Теперь бабуля открыла свой интернет-магазин и с помощью визуального шопинга от Гудвин продает варенье и хендмейд-носки. Прогресс не остановить.